Не, ну просто скажите, что вам интересно было бы нарисовать? Я Сумарева Катерина, художник. Меня зовут Настя. Я из Боровлян, я люблю очень рисовать. Ну, я буду рисовать гранат. Красный цвет – это типа любви. Как символ счастья, символ жизни. Ну, гранат я еще очень обожаю. Света, мне 10 лет. Рисовать я люблю животных, природу. Я буду рисовать маму с ребенком и вокруг ангелы. Она будет искренняя, она будет радужная. Мне кажется, отдавая что-то, ты приобретаешь больше.